Лео, расскажи, как появился интерес к тебе со стороны футбольного клуба «Оренбург», как на тебя вышли представители клуба и как ты согласился? Позвонил Дима Андрея, спортивный директор клуба, и предложил вариант перейти в «Оренбург». Я недолго думал, даже сразу дал согласие. Что тогда знал об игре «Оренбурга»? Ну, знал все, потому что мы играли против них, мы смотрели их игры, разбирали и... Очень классный футбол показывали, все через пас, все в атаку. И, конечно, мне тоже захотелось так попробовать свои силы, вот и согласился на переход. Вот сейчас уже практически заканчивается первый сбор. Уже понятно, в какой футбол будет играть команда Иржи Ерошко. Тебе такой футбол близок? Да, конечно, близок. Это зачем я сюда пришел? Это все через пас, быстрые атаки. Ну, как одним словом, играть в футбол будем. А не смущает то, что на стадионе «Газовик» синтетика? Да нет, не смущает. Ничего. Все играют, и почему нет. Как сейчас настрой? Настрой боевой, только вперед. Потому что пацаны показали классный результат. 7-е место. Надеемся, займем все лучшее место. С кем уже подружился в команде? С кем общаешься больше всего? Да, общаюсь со всеми потихоньку. Много кого знал здесь. Дмитрий Воробьев, Копленко Кирилл. Я их знал, и адаптация прошла хорошо. Как ты считаешь, какое место может занять такой Оренбург, и сам для себя какие задачи поставишь? Ну, для себя я поставлю задачу, наверное, это получить игровую практику, принести пользу команде. А какое место, не буду говорить, это покажет уже сезон. Надо просто работать над каждой игрой, в каждой игре выкладываться, а там уже посмотрим.